Привет, народ. В четверг вышел патч 41.55. Небольшой обзор по нему. Конечно, я опоздал немножко, но у меня были на то причины. Я переустанавливал винду, сейчас она выглядит примерно как-то так. Я только сегодня смог поставить все, чтобы начать запись. Как я говорил в новостях, добавлены новые 3D-объекты и исправлены ошибки старых. На геймпаде теперь можно вставлять диски в приемник. Обновлен теперь перевод. Версия перевода осталась старой, так что, скорее всего, перевод нам не завезли. В меню прочитанной литературы появились также диски и кассеты. Звуки разбитого стекла стали громче. Еще одно из обновления звуков, звуки шагов человека и зомби стали тише. Мне кажется, что наоборот громче. Полные шлемы теперь реже слетают с головы. Полным шлемом является мотоциклетом. Мощность двигателя на первой передаче стала больше. Что на асфальте, что на бездорожье. Что-то улучшили с перелезанием через заборы. То ли вероятность, то ли еще что-то. С истощением персонаж может прыгать через заборы. Немножко замедленно, иногда падает, но все-таки может. Все-таки да, поправили. На стриме мы обсуждали такую ошибку, что когда ты бежишь в толпу зомби, ты не падаешь и даже не роняешься. Теперь же эту ошибку поправили. И на этом все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.